Летопись истории авиации, как уже сказали, начинается с 8 октября 1925 года. Примечательно то, что одним из первых почетным пассажиром товарного полета на Якутском был основоположник нашей республики Платон Аюнский. Коллектив аэропорта Якутск 90-летия авиации встречает с определенными достижениями и успехами. Ежегодно улучшаем качество обслуживания, совершенствуем объем оказываемых услуг. Благодаря профессионализму, благодаря преданности своему делу, как уже сегодня уже отметили, аэропорт Якутск на сегодня находится в лидерах, в тридцатке лидеров из 300 аэропортов по России. Слава якутской авиации! Ура! Акция «Личный пример», она появилась в этом году, и я призываю всех жителей города Якутска, всех жителей нашей республики присоединиться к этой акции. И благодаря этой акции люди на коляске смогут активные и занимающие такую очень активную жизненную позицию, смогут участвовать в различных мероприятиях, проводимых по всей России, представлять нашу республику, наш город. Я желаю вам всем здоровья, я желаю всем больших успехов на благо нашей любимой республики. Городской администрации города Якутска за такую акцию, «Личный пример», что придумали такое, это очень хорошее. Например, вот мы через эту акцию сейчас полетим на Дальневосточный форум в город Хабаровск. 14 октября вылетаем. И благодаря тому, что люди откликнулись и отдали свои баллы, и благодаря этой акции мы получили личный пример. Благодаря этому, как Афанасий сказал, мы примем участие в Дальневосточном форуме, где мы поделимся своим опытом для продвижения вообще безбарьерного движения на Дальнем Востоке, то, что внедрено у нас.